Добрый день, дорогие козероги! Для вас месяц сентябрь – это месяц дальних странствий, потому что в вашей душе уж очень хочется вырваться из привычного от круга и отправиться куда-то далеко, туда, где вы еще не были, где вас ждут приключения и романтика. И если вы так настроитесь, вы действительно все это и получите. Поэтому, если не были в отпуске, покупайте билет и отправляйтесь. Я думаю, что ситуация уже в мире немножечко как бы решается, и многие страны уже открыты для поездок. Поэтому смело в путь. Ну а что касается вашего бизнеса, то до того, как уехать, вы должны подписать, решить, провести все документы, провести все встречи, чтобы, уехав, вы не волновались, что что-то вы не подписали и дело станет. Поэтому да, думать о путешествии хорошо, но сначала надо решить все производственные вопросы, потому что потом образуется пробел, который сложно будет восполнить и как бы залатать. Поэтому все по порядку и все правильно. Даже отправившись куда-то в отпуск или находясь здесь у себя дома, я бы не советовала вам, в омут с головой. Да, любовь хорошо, но это должна быть действительно любовь, а не просто вот я так хочу, вот сегодня встретился с одной, завтра с другой. Поверьте, такая разбросанность именно для вас в этом месяце, она может быть чревата и не только потерей денег, но и потерей здоровья, как бы ударом по здоровью. Поэтому следите за собой, следите за своими эмоциями и только чистые чувства. Ну а если у вас не получается куда-то уехать, то направьте всю свою активность на решение семейных проблем и семейных задач. Постройте дом, я имею в виду, безусловно, за месяц это сделать невозможно, но начните строительство дома, быть может, сделайте ремонт дачи, подумайте, нужна ли вам новая квартира, и обязательно побывайте у родителей, потому что они очень скучают, если они живут не рядом с вами. Именно вот эти поездки и эти встречи будут только вам на пользу. Удачи!